Доброе утро, друзья! 15 августа 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День археолога, международный праздник, День Республики Тыва, День Тувы, Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан, Праздник войска польского, День матери в Коста-Рике, Степан Сеновал в народном календаре. На Степана особо обхаживали лошадей, поили их через серебро. Знаменательное событие. 1877 год. Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В России оно трансформировалось в «алло». В 1924 вышел первый номер журнала «Радиолюбитель». В настоящее время журнал называется «Радио». В 1947 году Индия была разделена на два государства – Пакистан и Индийский союз, то есть, собственно, Индию. 1971. Президент США Ричард Никсон объявил о прекращении обеспечения доллара США золотом. Родились в этот день. 1769 год. Наполеон I Бонапарт – французский полководец и государственный деятель. В 1771 родился Вальтер Скотт, английский поэт, прозаик и историк. В 1945 году Екатерина Васильева, советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажер, народная артистка РСФСР. 1950-й. Родилась Анна, британская принцесса, единственная дочь королевы Елизаветы II. 1972 год. Бен Аффлек, американский киноактер, режиссер, обладатель двух Оскаров и других наград. В 1983 родился Тимати, российский хип-хоп исполнитель. В 1990 году Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница Оскара. Родилась Нюша, она же Анна Шурочкина, российская певица, автор песен, композитор, актриса. Этот день по лунному календарю. До 20 часов 28 минут по московскому времени 14-й лунный день – самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день. Он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. После 20 часов 28 минут 15-е лунные сутки. Влияние Луны сегодня настолько сильно, что все положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Активизируется наш внутренний искуситель, поэтому может быть много соблазнов в самых разных сферах. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым, вредным влиянием, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Есть вероятность под их воздействием совершить любые глупости, но помните, последствия могут быть весьма негативными. Вот такой он 15 августа 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!